Друзья, всем привет! Сегодня готовлю грибной крем-суп. Очень вкусный, нежный, легкий и, тем не менее, он достаточно сытный. Легок в приготовлении. Готовить можно из любых грибов, сушеных, маринованных, соленых, свежих, например, лесных, ну, либо, как у меня, из шампиньонов. Также мне понадобится репчатый лук, сливки и бульон. На этот раз он у меня будет мясной, из индейки и курицы. Можно приготовить бульон овощной. Грибы буду обжаривать на сухой сковородке до тех пор, пока лишняя влага не выпарится. Если используются сушеные грибы, то заранее их надо замочить. Итак, влага выпарилась, я отделила немного грибов для украшения, добавляя сливочное масло. Сливочное масло можно заменить на растительное. И сюда же отправляю репчатый лук. Буду обжаривать его до мягкости. Добавила муку. Все перемешаю. Из специй буду использовать сушеный чеснок. Его я обычно готовлю сама. На канале у меня есть рецепт. Можно использовать свежий. Далее солю и перчу по вкусу. Заранее приготовила бульон. Повторюсь, что бульон может быть овощным, грибным, любым, какой вы захотите. Грибам с репчатым луком добавляю сливки, размешиваю, прожариваю до густоты. Далее соединяю с бульоном готовым, пюрирую погружным блендером до той консистенции, которая меня устраивает. Варю еще после закипания минут 5-10, затем накрываю крышкой и даю настояться еще минут 10-15. Ну а теперь крем-суп готов, ароматный. Густоту крем-супа можно регулировать, добавив овощи, например, картофель или корень сельдерея. Здесь же у меня только грибы. Сливки, кстати, тоже можно регулировать. У меня 10%. Положила в тарелку крем-суп, добавила мясо куриное и индейки, сверху грибы и украшаю зеленью. Здесь у меня укроп. Зову всех к столу. Приготовьте и вы такой замечательный суп. Ну а я же с вами прощаюсь. С вами была Натали. Успехов вам на кухне. Пока-пока.